Господи, не дай меня в трату. Господи. Вот до чего довели человека, сволочи. Ну, конечно, мне как беспартийному вся эта религия вроде бы не воспрещается. А все-таки не очень. Не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось. Небось, нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь. Смерть-то, она не родная тетка. Она, стерва, всем одинаково страшна. Партийному и беспартийному, и всякому иному, прочему человеку. Пьяная собака. Сейчас я тебя приземлю. Сейчас ты на земле допьешься.
Измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки и закрепились на высотах. Вечером обороняющееся соединение получило приказ перейти на ту сторону Дона. Эх, жизнь ты наша жестянка. Вот она, Кочетыгова работа. А самого уже нет в живых. Мать теперь узнает. Как же она после этого жить-то будет? А? Вот когда таких ребятишек по 18 да по 19 лет убивает, у меня на глазах, я, брат, плакать хочу. Мне погибать совсем другое дело. Я пожилой кобель жизнью со всех сторон нюхал, но когда таких вот ребятишек... Хватит! Хватит тебе причитать! Ну, убили парня. Мало ли их сегодня побили. Всех не оплачешь. Давай трогаться. А то ребята далеко ушли. Как бы не отбиться нам. Закурить бы. Потерпишь, не куря. Потерпишь, потерпишь. Русский солдат, конечно, все вытерпит. Но и у него ведь терпелка не из железа выструханная. Я нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались. А Звягинцев Иван тоже убит? А? Ну, я откуда знаю? Да ты же говоришь, что видел, как он падал-то. Ну, видел. А убит он или ранен, не знаю, я, допустим, его не щупал. Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты же мог суматохи-то не разобрать. Да нет, он падал. Звягинцев. Это я точно видел. Мина сзади рванула, ну, он с ног долой. А насмерть или как уж, я не знаю. Сестрица, родная, откуда же ты взялась? Ты бы мне еще водочки, сестрица. Какая там водочка?
Нельзя тебе больше. Никак нельзя, миленький. Пришел в себя и хорошо. Огонь-то никакой ведут, ужас. Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до Митсанбата. Слушай, куда меня поранило? Всего тебя. Всему досталось. Ноги. Ноги целы? Или как? Целы, целы, миленький. Только продырявлено немного. Ты не беспокойся и не разговаривай. Вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует. Лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь. И все будет в порядочке. Война любит порядочек. Всего, значит, испятнали. Сказала тоже. Какой же это порядочек? И зачем это берут таких обломов в армии? Ну зачем, спрашивается? Ну разве это тащит тебя такого умеренно? Ведь тебе, миленький, верных 6 пудов. 93. Что 93? Килограмма. Столько во мне было. До войны. Теперь меньше. Ты вот что, дочка. Ты брось меня. Не мучайся. Я сам. Я сам. Полежу малость. И сам попробую. Руки целы. Долезу как-нибудь. Вообще глупости какие. И к чему этого мужчины всегда всякую ерунду говорите? Куда ты годен? Куда? Это только так. Устал немного, а как только отдохну, снова тронемся. Я еще не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен. У меня всякие случаи бывали, даже похлеще этого. Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная.
орешь, пехота? Тут минировано. Да здесь же не обозначено. Как это не обозначено? Вон, видишь, люди расставлены, столбики забиты. Держи правее. А это что же у вас? Раненый? Наш лейтенант. Эх, бедняга. Растрясете вы его по такой дороге. Слыхал, Лопахин, какие у этих кашкадав в порядке? Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что, это опытное поле, что ли? Тут на телеграф ты столб напоришься, и пока лбом об него не стукнешься, ничего не разберешь. Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там, считай, себя спасенным. Веселенькое дело. От немца ушли, а на своих же родных минах начали подрываться. А такие случаи в жизни бывают, сколько хочешь. Кажется, вот человек достиг уже своей цели. И, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке. Вот у нас в колхозе случай был. Да закройся ты со своими случаями. Случай? Ты тобой только сваи на мосту забивать. Да ведь дорога-то какая. Цепанула. Идует. Слушай, Лопахин, ты не знаешь, куда нас старшина ведет? К Дону. Я не про то. К мосту он нас ведет или куда? Левей. А как же переправляться-то будем? На серплях! А ты не злись, Лопахин. И вот ты все злишься. А чего ты, спрашивается, злишься? Тебе одному не сладко, что ли? Всем так же? А то и злюсь, что ты глупости одни болтаешь. А ничего такого особенного я и не сказал. Ничего. Ты же знаешь, что немец по мосту бьет? Ну, знаю. Знаешь, что спрашиваешь, к мосту идем или куда? И вообще отпишись от меня со своими дурацкими вопросами. И без тебя тошно. И на пятки мне не наступай. А ты на свои пятки фонари навесь. С дамскими пятками оказался. Фонари это я тебе могу навесить в случае чего. Держи дистанцию, Сашка. Я и так держу дистанцию. Да какая же это дистанция, если мне все время на пятки наступаешь? Ну, черт, ты возле меня трёсся-то? Да не трусь я возле тебя. На черт ты мне сдался? Нет, трёсся! Че, ты потеряться, что ли, боишься? И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, ну, как бы тебе сказать, ну, пасай, что ли. Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею. Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами? Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться. Не скули, Сашка, потерпи немного. Как-нибудь переправишься. Как же я переправлюсь? Оглох ты, что ли? Все время тебя толкую, что плавать я вовсе не могу. Ну, как я переправлюсь? Умеете плавать? И то с таким имуществом надо тонуть. А ты еще этих чертей патронов называл мне в мешок 2 пуда. Нет, мне тонуть надо непременно. Это я знаю. Вот только за каким чертом патроны и всю остальную муру несу? Мучаюсь напоследок перед смертью, не понимаю. Придем к Дону, брошу все к черту, сыму штаны
и буду утопать голый. Голому все как-то приятнее. Не утонешь. Говно не тонет. Ясное дело, что говно не тонет. И ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне каюк. И родится же такая ягодка на свете. Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю. Запомни. А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского. Гони, Сашка, бритву, плот стоит. Нет, великий, теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился. Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Не донесли. Умер лейтенант. Смотри, какой душ полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла. Да. Вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик. Да. Теперь покурим. Пойду доложу старшине. А ты? Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты, глядите, сыны, какой туман стоит кругом. Вот таким же туманом черное горе висит над народом нашим. Это горе люди и ночью спят, не заспят. И днем через это горе белого света нет.
видят. А мы с вами об этом должны помнить завсегда. И сейчас, когда товарища похороняем, последнего офицера полка, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале возле нас играть будет, мы об этом помним. Мы отступали, сынки, но бились, как полагается, он сколько нас осталось. Раза два я обчелся. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно, но и нелегко. Я старый среди вас человек и солдат старый. Слава Богу, четвертую войну ломаю. И верю, пополнится наш полк людями. И в скорости опять пойдем мы хоженой дорогой назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем. Такими тяжелыми, что земля задрожит. Машины со снарядами с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро. А чё, на переформировку нас пошли? Эй, а? Да, придется, видно, расставаться. А, Сашка? С кем расставаться? Нам с тобой. Да что за разговоры такие? Ну, обидно даже слышно. Что, мы наше ружье пополам, что ли, переломим? Ты остаешься, я остаюсь. Какой? Брось, я тебя не могу. Ты же без меня с тоски подохнешь. Ругать-то некого будет. Другой ведь и не смолчит тебе. На кого нарвешься? А я терпеливый. А вот мне отдых требуется. Я, может, не такой железный, как Лопахин. У меня, понимаешь, даже вошки посторонние завелись. От тоски, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а так, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Чего это? Ты откуда родом, Некрасов? Курский? Был курский с подлебедяне. Ты лучше про свою тайную болезнь расскажи. Смеяться тут не на чем. Тут смех плохой. У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что. Это что ж такое? А? Некрасов. Что-нибудь такое вот это, а? Да нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая. Мозговая. Да у тебя же не может быть такой болезни, ты ее. Ей же обосноваться-то не на чем. Некрасов, ведь почвы же для него нету. А какая она из тебя? Ну, говори, что тянешь? Ну, расскажи, Паша, расскажи.
Видишь, как оно получилось? Весной помнишь, Лопахин? Когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль фронта, ночевали в Семеновке. Сотни полторы в одной избе набилось. Спали валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали, сил нет. Просыпаюсь я по мелкой нужде. И возомнилось меня, будто я в землянке. И чтобы мне выйти, нужно по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню. А полез на печку. А на печке ветхая старуха спала. Ей-то старухе лет 90 или 100. Она уже от старости вся мохом взялась. Хватит. Рассказывай, рассказывай, Некрасов. Не стесняйся, рассказывай. Тут все понятливые, кроме одного дурака. Хватит. Понятное дело, что эта старуха с дуру возомнила. Стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь я такая шелудивая, с просонок да с испугу, конечно, разволновалась. И так это мне жалостливо. Кормились мой, ты что ж ты удумал, проклятый сын? А сама меня валенком в морду тычет. И смех, и грех, ей-богу. Я говорю, бабушка, извини ты меня ради Христа, не шуми. И перестань ногами махать, а то не ровен час они у тебя при твоей старости отвяжутся. Извиняюсь, говорю, бабушка, что потревожил тебя. Но только ты за свою невидность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми. С тем и слез. Со старушки. С приступка, дура. Мать честная, думаю, что ж такое со мной получилось? Не дай бог, ребята, услышали, что я с этой старой дурой так говорил. Они же меня заживо в гроб гонят своими надсмешками. По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора. И все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке. Или в блиндаже. Или в каком-нибудь ином укрытии. Она это твоя окопная болезнь не того? Не заразная она? А то возле тебя с проста ума посидишь, потом, может, тоже по ночам начнешь лазить, куда не следует, да? Дурак. Интересно, почему же ты я дурак? Да к тебе даже сибирская язва не пристанет. Не то, что какая-нибудь умственная болезнь. Вот вам, молодым, и можно воевать без воздуха, как и при здоровье. А мне нельзя. Года мои не те. Да и дома желательно бы побывать. Ведь у меня четверо детишек. И вот, понимаешь, год их не видел, и забыл, какие они обличием. Главное, старшенькую маршрутку и ту толком не вспомню. А ведь ей 15-й год. Смышленая такая. Первой отличницей в школе училась. Про жену я уж не говорю, тут дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь. Только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее подмышками пахнет. Жалостно ты про детишек рассказываешь, черт. Очень жалостно. Только что видел командира 34-го полка. Он приказывает нам немедленно отправляться до хутора Толовский. Там штаб нашей дивизии. Фух. Осмелился спросить его,
как же будет с нами? Говорит, не беспокойся, старик. Раз сохранили боевую святыню знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут и опять двинем на фронт, на самый важный участок. На самый важный. Это как вам, понятно? Легкие целые по всему видать. Главное, как с ногами, тронула кости или нет, буду ходить или калека. Штаны пари, не жалко. А сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару. Подошва спиртовая и вытяжки настоящие, говяжьи. Ты, брат, тебе кирзовый товар, это понимать надо. Так что сапог не касайся, понятно? Ты мне не указывай. Пусть как не указывай, сапоги-то мои. Ну что, как твои, бывшие твои. Не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать. Слушай, ты чудак, ты тяни, тяни осторожненько, я стерплю. Сука ты плешивая, черт лысый поганый, что же ты тут делаешь, паразит? А? Молчи, молчи. Сделан уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лезть. Иди ты со своей помощью. Вредитель ты. Верблюд облезлый. Чума в очках. Серва ты, плешивая коросточная. Враг народа, вот ты кто есть. Кончил ругаться, Илья Муромец. А? А еще тоже пожилой человек. Постыдился бы за свои такие поступки. У тебя в хозяйстве до войны, небось, одна земляная жаба под порогом жила, и то, небось, с голоду подыхала. Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах. Придется потерпеть, браток. Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте. А то это на вас только понадейся. Ну, раз больше терпел солдат, то это и совсем. Должен вытерпеть. А лишнего ничего не отрежем. Не беспокойся. Нам твоего не надо.
Господи, Боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы голых мужиков не видели, что ли? Ничего во мне особенного, такого любопытного нету. И тут, скажем, не всесоюзная сельскохозяйственная выставка. И я тоже самое не бык-производитель с этой выставки. Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. Да, Лежите и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец. Вы бы, товарищ доктор, за халатов не вижу вашего ранга. Спиртику приказали мне вовнутрь раздать. Терпи, терпи, гвардеец. Тебе же лучше будет. Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали. Ну что вы скупитесь на лекарства? Что? Неужто очень больно? Терпеть-то можно. Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть. Так в чем же дело? Характер у тебя скверный? Или что? А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут извиняюсь, не то что зашипишь, а и по собачьи заавкаешь с подвывом. Очень больно. Не больно. А щекотно. А я с детства щекотки боюсь. Поэтому и не вытерпливаю. Желаю быть в этом учреждении. Чертова мать. У меня нервы не выдерживают. Давай куда хочешь, только не сюда. На фронт. Давай обратно, на фронт. А тут не согласен. Сапоги куда одели? Неси сюда. Я их под голову положу. Так они будут сохраннее. До чужих сапогов тут много охотников. Нет, ты сначала заслужи их. Ты у них походи возле смерти, а изрезать всякий дурак сумеет. Господи, Боже мой, как мне больно. Лопахин, Лопахин, как мне больно. Ночевать будем здесь. Рано становиться на ночевку. Перекурим, отдохнем малость, и к заходу солнца притопаем в штаб дивизии. Слышь, старшина! Целый день не жрали. Там хоть к комендантскому котлу подвалимся. А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! С голодными босяками не могу же я являться к полковнику. Ясно и понятно. Встанем на ночлег, и чтобы у меня к ночи все было чин по чину. Рванье намундировали и зашить, заштопать. У кого обувка в жалостном
виде, привести в порядок. Оружие, само собой, до зеркального состояния. Залатал бы штаны, Сашка. Ходишь, как святой в раю. Срамом отсвечиваешь. Тут по неволе сделаешься святым. Даже еще хуже. О! Товарищ председатель, ты ж бывший фронтовик, а понятия не берешь наше положение. Рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина. Не могу. Сказано, не могу. Так нам же много не надо, товарищ председатель. Но не могу, товарищ старшина. Что-то они не договорятся никак. Иди, Лопахин, старику на выручку. А ты пиши накладную. А там что-нибудь найдем, а? Я тебе русским языком говорю. Ничего у меня в кладовой, кроме мышей, нет. Так, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай. Я не девка. Да и нога у меня на просьбу нечувствительная. Она на протезе. Пошли. Тут я всего килограмм 3. Или около этого. Ребята ж голодные до смерти. Прямо безвыходное положение. А ты, главное, не робей, Поприщенко. Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. А что ты придумал? Может, какую беззаконную пакость? Нет, все будет согласно закону, даю честное слово. В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои. Ну уж поскольку они мои до этого давно расшатаны. Готов пострадать заради товарищей. Да ты говори толком, не ворочь мне голову. А вот сейчас увидишь. Товарищ председатель, на минутку. Слушай. Парень, ты с войска, я с тобой буду говорить на чистоту. Кормиться нам чем-нибудь надо? Так? Так. Ты продуктами помочь не можешь, так? Так. Тогда помоги в другом деле. В каком? Есть в твоем колхозе вдова или солдатка зажиточная? Ну как же не быть? Есть. Наш колхоз не из бедных. Вот останови нас на постой на одну ночь в такой зажиточной гражданке. Так, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так более-менее на женщину похожа, понял? И чтобы не старше 70 лет. 70, браток, многовато. Желательно, конечно, помоложе. А? Понял. Разрешите действовать, старшина? Действуй, только что-то я сомневаюсь. Подведешь ты нас, Лопахин? Я подведу? Да очень просто даже подведешь. Это как же надо услужить бабе, чтобы она ни на одного на 27 душ харчей отпустила. Тут шахтер, я бы сказал, трудиться надо. О-о-о. А я с трудами не посчитаюсь. Я возвращаю вашу. На-на. Любовь. Тот у меня похуже. Давай, Сашка, хлястик тебе на трусы пришью. А штаны сожжем. А? Братва! Хозяйка идет! Вот это да! Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не учиняет, сукин сын. Чего ты психуешь? Как это чего?
Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько, тоже не женщина, а памятник. Типичная женщина, в юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина. Да на нее смотреть страшно. До войны в Москве на сельхозвыставке видела такую, стоит перед входом каменная баба на манер памятника. Так вот это не хуже ее. Ну и что? А Тоша, мелковатый твой рост по ей, ясно? До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина. Чего ж я не знаю, дозволь спросить. Это что мелкая блоха злей кусает. Ты древнюю историю когда-нибудь изучил, старшина? Мне приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была. Вроде бы ни к чему. А что? Жил в старину один полководец, Александр Македонский. Так вот у него, как потом и у другого полководца римского, Юлио Цезаря, был лозунг. Пришел, увидел, победил. Я придерживаюсь этого лозунга. И рост этой гражданки меня ничуть не пугает. Разрешите действовать, товарищ старшина? Ну, конечно, действуй. По случаю безвыходного положения я не возражаю. Только одно скажу, шахтер, не побрешь ты своей смерти. Все будет в порядке. Наталья Степановна. А у вас, товарищ старшина, наблюдательный пункт подходящий. Прям как у генерала. Молчи, щеня. Человек для нашей же пользы старается, а ты гавкаешь. Петр Федотович, подайте мне ведры. Я возвращаю ваш портрет. Наталья Степановна, так я пойду к Катухе. К овечечкам. Дармоеды, отощали? Клюет. Парень, он геройский. А рост? Ну, что же рост? Недаром говорят, что мал клоп да вонюч. Геройством берет, как все равно этот самый полководец. Ты древнюю историю изучал когда-нибудь, Некрасов? Чего не знаю, того не знаю. Хвалиться не буду. Напрасно не учил Некрасов, напрасно. Вот, к примеру, в старину был такой знаменитый полководец Александр. Вот чертова память. Александр. Суворов? Да никакой не Суворов, а той. А, Александр Македонского. О, какая его фамилия, хай ему сто чертил. Так вот, тоже первая заповедь у него насчет противника была такая. Пришел, увидел и наследил. А наследит собачий сын, бывало так, что противник после этого лет сто чихает, никак не опомнится. Какой же он нации-то был? Он-то? Да. Александр этот? Да. А у него своя нация была. Как это своя? А вот так, собственная нация, шабаш.
Тут главная маскировка и тишина. Если не спишь от голоду, то делай вид, что спишь. Да какая тут маскировка, когда в животе бурчит, что на улице, наверное, слышно. Живоглоты, куркули проклятые. Бойца и не покормить, это как, а? Тут, наверное, колхоз из одних бывших кулаков. Лопахин, не спишь? Нет. Смотри, не усни. Не беспокойся. Тебе бы сейчас для храбрости грамм 200 водки. Да где его чертову батьки достанешь? Обойдусь и без этого зелья. Пошел, что ли? А чего время терять? Удачи тебе, Лопахин. Александр Македонский, мелкая блоха, пойду до председателя колхоза, без завтрака не выступим. Вы тут поспокойней, я скоро вернусь. Он Александр Македонский. Он покоритель народов и гроза женщин. И такого покорителя только понадейся, с голоду подох. Доброе утречко, Наталья Степановна. Здравствуйте. Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все. Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское. То, что и оно. Что все в женихах ходите. По-вашему, так выходит. Если муж в армии, значит, жена подлюка, да? Тихо-тихо. Зачем так? Зачем? Ну, ты пришлось кулаками доказывать, какие мы есть. Сашка, а? Мой второй номер. Этот? Ага. Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все скажите, какой же ваш муженек-то? Какой он рост из себя? А? Да такой же, как и вы, Петр Федотович. Только трошки потушисти. Обижали вы ее, наверное. В зятьях он у вас был. Не-не-не. Мы с ним жили душа в душу. Он у меня работящий, смирный. Теперь в госпитале на излечении. Может, на поправку домой пустят? Пустят. Обязательно пустят.
Это по какому случаю, Наталья Степановна? У вас такой завтрак готовится на всю нашу брашку. Я что-то не понимаю. Да чего ж тут и понимать-то? Ночью ваш старшой, рыженький такой старичок, пошел к нашему председателю и все им рассказал. Как вы жестоко сражались. Ну, гляжу уже, наш тут на рассвете чуть это не рысью к моему дому поспешает. Промашка получилась, Наталья. Промашка. Не бегунцы они никакие, а герои. Да ну, герои. Так мы ж вам все отдадим. Лишь бы только немцы сюда не допустили. Да и вправду сказать, сколько же можно отступать? А ну ж уже и упереться пора. Извините, конечно, за черствое слово, но прямо срамотно глядеть на вас. Выходит, Наталья Степановна, что они тут ключик мы подбирали к вашему замочку. Да, выходит, что так. Ну, ничего. Ничего! Это называется, я возвращаю ваш портрет. Что-то не везет мне на любовь в последнее время. Новенькая дивизия. Видал какие? Сейчас иголочки все вместить. Нарядные черти. Ну, прямо как на параде. Так, конечно, можно воевать. А побывали в таком переплете, как мы вчера? Сразу полиняли женихи. Николай! Николай, Стрельцов! Откуда ты, чертушка? Дружище, откуда ты взялся? Я тебя ору, ору, а ты молчишь. Да. Да. И ой. Да. Ты просто не поймешь. Давай и сядем, Петя. Ну и трудно разговаривать. Я после того случая с бомбой ничего не слышу. Ты же глухой, Коля. И вот господи. Зачем же ты из медсамбата то? Ой, елки. Зачем удрал? Значит, удрал. Ушел. Так за каким же чертом-то? Тебе же. Ах, Коля, Коля.
Тебе же, дураку, лечиться надо! Как же это за... каким... кровь из ушей перестал идти? Чего ради я там валялся бы? Полк был очень тяжелом положении. У вас оставалось немного. И потом я просто не мог там оставаться. Понял? Как же я мог не прийти? Вот, я и пришел. Драться рядом товарищами ведь можно и глухому. Верно, Петя? Верно, верно. А ты, а глухарь ты, глухарь. Я страшно рад, что снова с вами. Сталинградом. Знамя солдаты. Солдаты. Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо вам. Победа будет за нами. Мы принесем знамя нашей великой армии освободительницы в Берлин. Слышишь?
И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков. Михаил Шолохов.